Итак, мы рассмотрим сейчас наши массажные технологии, как я говорил, в мануальной терапии часто, да не то что часто, а везде постоянно включаются различные вибрационные техники, да. Это и поколачивание, и постукивание, ну в данном случае во время массажа, сет номер два, мы делаем вибрационные техники. Первое, это плоские координаты, да, вот у нас плоскость стола X, Y, допустим, да, по оси Y расположен остистые отростки. Первое, что мы делаем, это змейку запускаем. То есть от крестца раскачиваем крестец, мы не остистые, а паравертебральную мышцу. Сейчас чуть пошире нарисую. Там не годится. Паравертебральную мышцу запускаем вот такой вот волной. Змейкой, да? При этом запястьем раскачивая крестец. То есть крестец у нас ходит ходуном, а пальцы работают. Это из классики двойной кольцевой захват, только пальчиками. Так мы его упоминаем. Далее тряска осины. Это мы опять же от крестца начинаем, да? И растрясаем вот так вот всю эту паравертебральную мышцу. Воздействие на реберно-поперечное сочленение. Наша цель туда попасть. Именно вот эти вот сочленения. Будем к ним часто возвращаться. Вот они, где крепятся ребра, да? Так, теперь переходим к декартовым координатам. Это, соответственно, добавляется ось у нас Z, X и Y остаются. Крестец, да? Ягодица, широчайшие мышцы, плечо и трапеция. Кстати, вот давайте я действительно нарисую. Вот где начинается трапеция, там начинаются вот эти вот реберно-поперечные, ну, видимая часть трапеции, имею в виду, да? Ой, ну, и трапеции, и широчайшие мышцы. То есть, минуя плавающие ребра. Плавающие ребра нас тут не очень интересуют, да, вот именно где они крепятся уже дальше. Вот эта линия, она примерно отстоит от оси позвоночника где-то на расстоянии трех пальцев. Вот так вот. То есть нас она именно интересует, вот она примерно вот тут вот идет, вот она эта линия. Вот она эта линия. Да? И вот по ней у нас техника... Это получается каблучки. Значит, 45 градусов на 45 градусов. Вперед и вниз. То есть, в отличие от этой... растрясание горизонтального, да, тут мы уже входим в тело входим, вот такой получается, вот такой у нас толчок получается, как будто бы каблуком так заколачиваем. То есть вот здесь легко проходим, а вот тут уже посильнее можно, так раз, раз, раз. И следующее у нас, третье, да, получается, это... цилиндрические координаты. Которые имеют одну ось горизонтальную вдоль чистых отростков. И имеют некий радиус. Вращение.
Вот, то есть, опять же, лежит тело человека от крестца, да? И мы уже воздействуем на сами остистые отростки. То есть мы их поворачиваем, вот так вот подбивая в каждый, желательно стараясь попасть в каждый. За ребра подкручиваем, да, и вот этим пальчиком попадаем в каждый остистый отросток, стараясь их выровнять, чтобы их, они были на одной линии. Конечно, дословно, буквально мы их не выровняем, да, просто зададим движение, чтобы расшатать связки. То есть так, это называется, соответственно, у нас подбитие от остистых отростков. Но перед ними мы можем сделать две выжимки, да? То есть у нас уже тело растряслось, гиперемия появилась, да? Покраснение, там, какие-то метаболизмы уже начали в теле работать. И мы тогда берем всю лимфу и межклеточную жидкость двумя продольными, да, получается, движениями, уводим в подмышечную зону. Вот отсюда и вот туда. И второй протяжкой вот туда, в подключичную зону, вперед. То есть напишем это 3-0, две выжимки, да? Понятно будет две выжимки, это или два прохода? Два прохода выжимки. Два прохода выжимки. Ну, единственное, что любая выжимка делается с утяжелением. Во-первых, да, во-вторых, медленно. Это все делается крайне медленно, потому что мы гоним лимфу, а лимфа течет, ну, раз в 50 медленнее, чем кровь. Поэтому делаем все это медленно. Все. Следующий сет номер 3 я вам нарисую чуть попозже. Переходим там к кулачковым техникам. А сейчас все отойдем отрабатывать на практике.